Осуществлять платежи можно будет через QR-код. Для этого в Казахстане планируют внедрить услугу М-Виза. По словам генерального менеджера компании «Виза» в странах Центральной Азии Галама Табалдиева, технология может заменить наличие посттерминала и при этом произвести моментальный безналичный расчет. Для платежа через QR-код не обязательно наличие платежной карты с собой, достаточно лишь прикрепить данные своего счета. При этом QR-код можно установить на любой носитель, будь это бумага или мобильный телефон. Известно также, что первый этап программы начнут реализацию до конца текущего года. Участие во внедрении технологий примут около 5 банков Казахстана. Мы сейчас работаем в Казахстане с банками по внедрению этой системы. Я думаю, что это будет очень популярно не только в городах, в больших городах, как Алматы, Астана, но и в других городах, где развивать сеть приема карт. Прежде всего, это, конечно, облегчило бы работу приема карт на торговых рынках, вещевых рынках и в регионах, где не принимается карточка платежа.